Всем привет! Вы на канале Сурнов Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Продолжаем играть Fallout 4. Значит, из того, что мне написали в комментариях. Мне написали в комментариях, что вот тут вот нужно прокачать третью ветку интеллекта. Нет, видимо, вот это. Вот, стрелять и убивать, получив доступ к модификациям огнестрельного оружия базового и первого уровня. Вот, вот эту штуку надо, типа, прокачать. А потом можно прокачать хакер. Знание современных программ шифрования позволяет вам взламывать средние терминалы. Всему найдется применение. Разбирайте оружие и доспехи, вы можете добывать необычные компоненты. Виты, алюминий и медь. О, блин, вообще столько всего. Длительность действия препаратов увеличивается на 50%. Полный улет. Воспользуйтесь преимуществами передовой технологии, получив доступ к базовым и первоуровневым модификациям высокоинтеллектуальных... что-то сложно. Короче, нужно точно прокачать фанатик оружия, и мы сможем делать, стрелять и убивать, и получив доступ к модификациям огнестрельного оружия базового и первого уровня. Типа, можно прокачивать будет оружку. Это то, что мне подсказали. Так, ну чё, погнали. Куда нам надо? Сюда нам надо. Картотека пустая. Так, браза. Браза, пускай меня. Так, здорово. А мы ищем эти верстак для создания брони. Опа. Ёпта. Так, ну погнали. Ого, блин, как он-то крутой чел так-то. Мне сказали, что Престона надо брать с собой. Ну блин, вот этот чел какой-то ультрасильный. Так, ты тут, да, чилишь. Так, мясо гончи мутанта. Пам, 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 пам. Оглушили. Ой-ой-ой. Блин, опять. Вот как же хочется просто неделю играть в Fallout. Часов по 9. Ну что, заходишь, сразу все забываешь. Что-то надо заново вспоминать. Что у меня есть, что у меня нет. Да ёпарасты, как вас много. Ой, блин, голова с плеч. Стой! Стой! Братка, стой! Мимо, понял. На. Все забираю, потом все продам. Че, кто-то еще есть? Где-то... А, вон, вижу. О, гончая, бля. Вали ее. Добивай. Добейте выживших. Блин, я уже тяжелый. Так, Е. Вот да, ты, наверное, ненавидишь мутантов так же сильно, как и я. Откуда такая ненависть? Почему ты так ненавидишь супермутантов? Они виноваты в смерти моего друга, рыцаря Брасов по имени Катлер. Поэтому, когда ты спрашиваешь, ненавижу ли я их, я отвечаю, что ненавижу. Эти чудовища — одно доказательство того, как человечество наугад делает огромный шаг вперед, только для того, чтобы затем оступиться и попытаться на два назад. Я столько лет пытался остановить это безумие, когда уже казалось, что удача на нашей стороне, появились синты. Я видел, что супермутанты делают с людьми. Можешь себе представить, как поступят с нами синты, если победят? Это будет новый Армагеддон, в котором погибнет все, что нам дорого. That's enough. What's important? You should head back. Dismissed. О, подожди, стой! Да стой!
Стой! Стой! Ты что? Ты меня бросаешь? Я ж тебе дал дохуя! Так, точно. О, фух. Типа... Стой, да бля! Подожди! Обмен. Что ж, посмотрим, что тебе удалось достать. Бля, чел, плиз, дойди со мной до места, куда мне надо, и все. Чтоб я у тебя это потом забрал. Все, давай. Со мной. Иди сюда. Иди сюда. Череп забираю. Сюда иди. Иди сюда. Так, а это типа все, что ли? Так, иди сюда. Не надо его убивать. Так, дроны. Ну все. Можно ему дроны просто скидывать. Так, ну тут точно должно быть что-то вкусное, да? Микроскоп. Это что такое, винт? Винт-помойка. Так, где-то что-то должно же быть. Что-то полезное. Патроны, бокал. Ментаты. Так, что у нас из оружия есть, что ему скинуть можно? Да, вот это... Нет, блядь, это не то, это хорошее. Вот это точно можно. Сейчас дай долутаем. Типа все, что ли? Так, ядерный мини-заряд, это вкусно. Ого, это... Можешь представить себе, что это оружие попало в руки супермутантов? Блин, это все мини-заряды. Вау. Так, окей, это похоже на схрон. Хотя не особо. Где прям схрон-схрон? На это он? Так, тут ничего нельзя залутать. А это все? Ну, это мои полномочия, как бы все, понял. Типа, посмотри, как вкусно. В этом вся сила и мудрость. Угу. Ну все. Ладно, го, отсюда пойдем. Так, теперь мне надо забрать всю херню у Данца. Во-первых, надо отсюда выйти. Потом забрать... Отправиться с ним в Санчкуаре. Сначала весь хлам скинуть в Санчкуаре, а потом... Ну, он сейчас где-то тут появится, да? О! Блин, жуть. Еще и застрял. Ты не умрешь в лифте! Ядерный блок, предмет удален. Ну, не страшно. Не самое страшное. Хугуйс. Каждый найденный вами экземпляр боевого устава спецназа повышает уровень способности шпионаж. Так, карта. Санчкуаре. Сначала мы все соберем, отдадим весь хлам.
Ни один обитатель пустыши не представляет такой опасности, как когти смерти, способные за несколько секунд разорвать жертву в клочья. У-у-у. Где ты, чел? Так, Е. Обмен. Так, забираю у тебя типа все. А, подожди, я могу... Выделить, хотите здесь все? Бля, не настолько. Ну ладно. Так, сохранить весь хлам. Вот так-то не так и много хлама было. Блин, а я не могу перемещаться, да, быстро? Поговорить со старшиной Максоном. Переместиться в выбранную точку. У вас слишком много вещей. Так, паладин Данс, я вас попрошу, пожалуйста, не схавать все мои шмотки, которые я тебе сейчас дам. Пожалуйста, оставь их мне. Так, заточенный дрын. Вот это хренотень, это хренотень. Это хренотень. Криамина. Ну там, не знаю. Какую-нибудь еще хрень. Все, остальное все продам. Оставь мне это, пожалуйста, и не используй. Точнее, не пропади. Чтоб я у тебя мог это все забрать. Предвен. Сейчас посмотрим, сколько мы сможем получить. Ну, супермутанты, что у них там, параша какая-то. Так, а еще бы вспомнить, куда нам надо. Так, дурачок, давай сюда, со мной. Нам надо дойти до продавца. Очень, очень надеюсь, что мы получим нормальное количество бабок. Так как, что, стой. Стой, 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 стой. Сюда. Ко мне, ко мне. Ко мне. Миллиард. Умоляю, миллиард, не меньше. Мяу. Приветствую, рыцарь. Гритингс. Так, окей. Стой, блядь. Да стой ты. Так, все забираю. Бам-бам-бам. Так, ладно, я тебе отдам твой шлем. Шон Бэс. Я не знаю, это твое или мое? Что-то это неохота. Может, пофиг раздеть его полностью. Все равно он в костюме нормальном. Обмен. Пигнали. Так. Сколько мы заполучим за это все? Тактический легкий боевой дробовик. Забирай. Пусковая... забирай! Это мы оставим. Это нормальная тема. Это нормальная тема. Это тоже неплохая штука. Криамина. Забирай. Заточенный дрын. Так, боевой карабин. Боевой дробовик оставлю. 680. Уже неплохо. Уже, так сказать, хорошо. Гладко забирай. Боеприпасы. На что мне не надо? Ракета, да. 755. Ну, кстати, за рейд 755 неплохая тема. Плюс у меня прям много всего еще есть. Ладно, и возьмем у тебя патронов тогда еще.
Биперепеси. Так, 10. Принять. Ядерная батарея. Ну, давай. Принять. Ок. Я в плюсе! И у меня еще плюс патроны. Вау! Ну все, братка. Живем, братка! Антира 1 забираю. Хе-хе-хе. Ура, выполнили задание. Блин, еще есть эти пузаны. Как они называются? Ядерные боеголовки, короче. Для толстяка. Кайф, 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 кайф. Здорово. Поздравляю с успешным завершением операции. Для меня честь сражаться в рядах братства. Рад это слышать. Потому что наша кампания только начинается. Для того, чтобы поставить институт на колено, понадобится вся наша мощь. Я хочу, чтобы у моих солдат были только самое лучшее снаряжение. Вот почему я даю боди. Финальная шашка для винтокрыла. Если понадобится транспортный винтокрыл, просто брось одну из них на землю, и тогда винтокрыл будет ориентироваться по уникальному электромагнитному дыму. Как только окажешься на борту, открой карту в своем пи-бое, чтобы указать навигационную системную точку, в которую хочешь попасть. Спасибо, старейшина. Они мне пригодятся. Думаю, что да. Надеюсь, ты понимаешь, что бой за Форт Стронг всего лишь первый шаг на пути к освобождению Содружества. Впереди нас ждет еще более важная цель. Думаю, ты уже понимаешь, что мы прибыли в Содружество не случайно. Мы здесь потому, что разведотряд Паладина Данса засек уникальный источник излучения. Наши скрипторы утверждают, что это излучение связано с таким уровнем технологий, которое может быть только у Института. Когда нам стало это известно, наша цель приобрела четкие очертания. Институты, все, кто участвовал в создании синтов, должны быть уничтожены любой ценой. Для этого нам нужно найти штаб-квартиру института. Я поручил скрипторам тщательно обыскать каждый уголок Содружества, однако их поиски не увенчались успехом. Похоже, что мне сейчас отправят ползать по канализации. Возможно. Они в канализации, в тоннелях или даже в старом убежище. Прямо сейчас у нас недостаточно информации. Тебе нужно стать нашими глазами и ушами, там, на земле. Тебе еще до нашего знакомства хотелось найти институт, поэтому я уверен, что ты справишься. Если найдешь ход, немедленно сообщи мне. Вопросы есть, рыцарь? Пока вопросов нет, рыцарь. Ну вот и отлично, можешь идти. Короче, нам говорят, идите дальше свои, выполняйте свои задания. Типа, основную сюжетку иди выполняй. Бля, нельзя. Короче, выполняй сюжетку, когда найдешь институт, скажешь. Ну ладно. Так, а что у меня по 262, блин, как бы мне увеличить количество места? Это у нас сила же, да? Сила определяет физическую возможность вашей мускулатуры, какой вес вы можете нести и сколько нанести урона в ближнем бою. Ваша сила повышается на 1. Блин, нужна и сила, и вот эта штука. Тут у меня куча всего. Может, у меня тут куча всего, что мне не надо? Яйца болотника. Зачем оно мне? Непонятно. Ладно, пойдем тогда, как нам посоветовал... Валерий, да, правильно? Не Виталий же. Короче, чел с именем на букву В. По-моему, Валерий. Короче, пойдем... Возьмем Престона. Он обычно где-то тут обитает. Вот он. Блин, замок. Да ёпта. Тебе что-то нужно? Идем со мной. Мне нужна твоя помощь. Не вопрос, генерал. Думаю, благодаря тебе эти ребята уже начали обходиться без меня.
Санчкуари. О, все, этот чел со мной. Так, Санчку... Паладин Дэнс! Дэнс, Дэнс! Сэр! С возвращением, сэр. Надеюсь, поход в Конкорд был не бесполезен. Можно и так сказать. У меня появилось несколько новых друзей. По нынешним временам иметь друзей. Котсор теперь может стать вашим спутником. Я понимаю, что я не мистер Защитник, но в случае необходимости почту за честь сопровождать вас по всему Содружеству. Скажите лишь слово. Нет, не в этот раз. Ну и ладно. Вот этот чел реально не боится получить отказ. Я бы заплакал, если бы мне сказали нет. Так, окей, Престон. Мы с тобой... Просто найди свободных участков земли и позади, что сможешь. Мы давно не ели свежих овощей. Ой, мне пока впадло этим заниматься, реально. Так что пока не поедите. Окей, что у нас есть еще за задание? Забрать у... Сообщить Брасу об убежестве. Об убежестве, что это было такое? Следовать по пути свободы. Поговорить с Кентом Каноли. Блин, да я боюсь, что эти задания не просто задания, знаете, типа, а какие-то масштабные задания. И не хочется пока ничего масштабного начинать. Хочется просто, ну, какое-нибудь обычное задание, которое тебе скажет, ну, сходи туда, убей этих и возвращайся. И ты такой, а, ну и ладно, это я могу. И все. Так, окей, я знаю, что я сейчас точно хочу. У меня такой план. Если мы можем теперь выполнять задание... Ой, до него, правда, идти, капец, умрешь. Минуты две, да, до него вот так вот идти с этими загрузками? С продавцом. Хотя продавец полезный. Нормальные патроны, батареи есть, это самое главное. Ну, let's go. Это вот я бегу взять задание. Благодаря тебе, у Браса, теперь есть пожизненный запас ядерного вооружения. Наверняка после такого задания тебе понадобится новое снаряжение. Дополнительная работа. Расскажи подробнее о той халтуре. Перед искушением крышек сложно устоять. Склад припасов сам пополняться не будет. Мне нужны люди, которые смогут навести местные фермы. Мы заберем часть их урожая. Продукты должны быть упакованы в ящики и готовы к отгрузке к моменту прибытия наших людей. Твоя задача — обеспечить полное сотрудничество со стороны фермеров. Любым способом. Я так и думал. Ферма находится вот здесь. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить этих недалеких гражданских. Окей. Ну, погнали. Я вроде не зря харизму качал. Ну, погнали. Интересно, это место открыто мной? Ну, или хотя бы... в близлежащего местного быстрого перехода. О. Блин, вот бы потом посмотреть все, значит, видосы свои с Fallout'ом и записать, сколько времени черный экран загрузки. О, подожди. А, в замок? Не, подожди. Это вот это замок. А это где? О, я тут вообще не был. Саммервилл Плей, забрать съестные припасы. Ёб твою мать. Ну погнали. Похоже на приключение. Рынок Diamond City. А, это от Diamond City. Станция Эндрю. Как будто от Diamond City быстрее будет. Роботов-штурматронов разработал компания RobCo.
Ну почему они так на этих похожи? На женщин. Ну ладно, пойдем в ту сторону, откроем карту. Похоже на то, что вот мне прямо сейчас хочется. Вот это тоже похоже на женщину. Церковь всех верований предлагает свои услуги всем жителям. Diamond City независимо от их вероисповедания. О, могу крутить. Ну, правда, как-то не загрузился полностью. А, ну, let's go. А я как-то, кстати, F5 забыл, кстати, давно не сохранялся. Ох, ёпта, что происходит? Так, оружие бы сменить, наверное. Да, типа... Это автоматический. Ой, это я не продал, значит. Надо будет продать. Здорово. Где-то тут был... Хотя ладно, не будем ничего искать. Просто идем прямо. Да. Ну, даже чуть-чуть туда. О. Че, включаем радио? Кстати, радио. Радио. Если на Ютубе не будет музыки, значит, заходите на Бусти, и там можете посмотреть версию с музыкой. Потому что Ютуб банит видео в России за американскую музыку. Вот так вот я хочу сказать. Но я хочу послушать музон. Потому что как-то оно радио свободно. Можно послушать радиоклассику. Это что? О. Быстрее! Она там, помогите! Ну? Ну? Уа! О. Музыка как будто из Гарри Поттера. Чё? Ничего, а чё с ней? Ты это слышишь? Похоже, мы влипли. Воу. Да за что? Да, а челы вам вообще не страшно? Ничего, что я в грёбаном одеянии. Бам, бам, мимо, мимо, мимо. А, ну конечно, он присел. Так, ну чё, забираем все. Казалось. У-у-у, блин, неплохо я зашел к ним. Забираю. 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 О-о-о, это мне надо. Так, а как бы теперь ему это все давать? А, ну легко. Так, надо отсюда начинать. Так, оружие, значит, пистолеты. О, это... Кастет. О, это же я прям вообще много прям денежек заполучу. Так, мины тоже будем отдавать. Блин, пистолет Келлога ХЗ. Вот что-то он какой-то не очень. Так, сигнальная шашка для винтокрыла. Это нормальная тема. Все. Опа, опа, пута, пута. Я, наверное, знаете, что буду? Я во время игры буду скидывать ему все, а потом, когда заканчивать запись буду... Ничего себе тайник бандиты устроили. Ну не пропадает же добру. Ого, тут народу.
Это тайник? Ты уверен? Не пропадает же добро, согласен. Огнетушитель, согласен. Это реально тайник? Выглядит, как будто сейчас тут какие-то эти утопцы полезут. А в чем тайник-то? Ого. Ого. Ключ от склада хозмага. Оу. Теперь вы можете изготовить в поселениях высокотехнологичные фонари. О, найс. Нормально. Крышка, патроны, кинетически калиброванные, усиленные, свинцовые, эмилированные. Чё нашел? Кинетически. О, 32. О, еще лучше. Ну, крутой пестоль. Забираем. Заряд плазмы. Алкашка пойдет. Ого. А, так можно было и легче найти этот путь. Пылесосим. Так, что получается, все за пылесосилем? А там что? Смешиватель красок. Ну, краски пихуй. Если когда-нибудь мне понадобятся краски, я, конечно, их найду. Ну, найс, найс. Фенс. Что-то радиоклассика, долбежка какая-то лютая. О, чай, блин. Купил себе вкусный, во вкус вели чай. Советую очень. Вот так вот. Чтоб обоссаться. Рейдер псих, ты видел того парня, который... Опа. Ну, найс. Блин, найс пистоль. Забираем все. Да, конечно. Забери у меня тут, пожалуйста, все. Это сжигательный, ну все уходит отсюда. Зачем мне копить это все? Ой, блин, как сложно найти то, что мне нужно. Просто что? Престон Гаври, слишком тяжелый груз? Ты не можешь столько переносить? Да ну! А, да! Не все так просто? Блин, я-то думал, в него можно бесконечно спускать. Типа, там нет предела. Блин, тогда паладин данс лучше. Тогда паладин данс будет получше. Ну, это тетка с коровой еще где-то шляется. Я не могу сразу тут продать. О, да, капец. Блин, как все не очень приятно. Силовую броню можно модифицировать самыми разными способами. Например, поставить на нее реактивный двигатель, боевое поле Теслы.
Да ну. Здорово. Так, сейчас, Престон! Престон! Вы это видели? Он убежал туда и оказался тут. О, я же вас знаю, вы тот самый Митмен, Гав. Я просто восхищаюсь вами. Так, Престон. Престон. Да уйди от него! Мне нужен Престон. Это мой Престон. Престон! Ну, Престон, поговори со мной. Ну, поговори! Hello. Подожди. Hey. Just point me to it. А давай мне всё. Так, ну твои пушки у тебя, да? Блин, план не продуман. Наверное, буду бегать с Дансом. Данс выглядит получше. Так, ну погнали. Так, погнали. Толсек нужен. Дробовик, нормальная тема. Гранаты оставим. Так, это... Так. Так, зажигательный забирай, кассет забирай. Забирай. О, это же моя любимая... Это полет шмеля? Ну ладно, забирай плазменную гранату. Так, о, одежда. Тут попроще будет. Пам-парарам. Тун-тун-тура-тун-тун-тун-тура-тун. Блин, вот хз, что мне тут не надо? Топливо для огнемета явно. Ядерный мини-заряд надо. Ну ладно, 847. Вот это явно как будто не надо. О, да. Артуро. Артуро. Забери это. Так, возьму у тебя крышечки и ядерные батареи. R. Так, чё у меня? 262. Блин, ну это чисто... Это вот так вот этим и надо заниматься, реально, как будто. Перстен Гаври. Всё, good. Можем дальше идти. Ты зачищаешь какую-то одну зону? О, нифига, что за пушка. Плазменное ружье и пистолеты наносят даже больше энергетический урон, чем лазерные. Могут превратиться цель в лужицу слизи. Не, подожди, это полет шмеля, реально? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну ладно, идем дальше. F5. Окей. Хоть мы и не можем прям таскать все на свете. Так, а нам куда-то туда. Ну, сейчас дойти до какого-нибудь перехода. Так, тут ничего не залутать. Ой, ну вы не представляете, как мне нравится лутать. Так, F5, что там происходит? Чё здесь? Воу. Так, чашка, чего там было? Чашка с лапшой. Шашлык. Так, погнали. Бам, мимо. Бим, бум.
Бам. О, окей. О! Подожди, помощь. Стимулятор будет идеален. Хорошо. Да ёпарсете. Престон, иди сюда. Заберу мне что-нибудь. Как неудобно вот эту искать. Дроны всякие. А почему 310? Потому что у меня сломаны ноги. Так, вот что рядом с ними чел говорил? Освободить пленника. Большое спасибо. Помощь от чужака, это так неожиданно. Спасибо. Ты ищешь новое пристанище? Возможно. А у тебя есть что-то на примете? Знаю, знаю. Иди в замок. Спасибо. Увидимся там через пару дней. Ну. Не знаю, что произошло, но окей. Блин, ну вот это уже прям пушка-пушка, я понимаю. Так, там какая-то хренотень здоровая пробежала. Ладно, давайте другой музон поставим. Есть же шанс, что мы не получим. Хотя нет, блин, впадлу это делать. Без музыки побегаем. О, есть какой-то эмбиан, да? Так что можно, в принципе, и послушать. О. Вали его! Это мясо. Но это игра, если что, не подумайте. Я бы в реале так никогда бы не сделал. Только для выживания. Так. Необходим более высокий уровень способности хакер. Блядь, убегай! F5. Так. У меня есть ошеломляющая лазерная штука. Как думаете? Ошеломляй его! Так, подожди, помощь. Не, стимуляторы... Ядер вишни, давай. Сейчас я тебя трахну. Я тебя трахну. Да ёпта. Май гад. Я наконец-то могу трахать эту штуку. Ну, не то, что мне прям, типа, возбуждает это, но... Ядерный блок. 2! Патроны, военная электросхема, катушка. Ну, блин, с них нормально так ядерные блоки можно фармить. Конечно, патронов я на него потратил больше. Пойдем глянем, что теперь тут есть. Сейф. О. Да ну. Да блин. Да, это вам не скорим.
Да, надо узнать у Валерия, он явно знает побольше, как взламывать всякие штуки. Военная штука. Промчистящее средство. Что? Так, иди сюда. На, забери у меня какую-нибудь хренотень. Так, пока потаскай, что ли. Модель братства. Так, это отдавать нельзя, и продавать тоже. А, так, штыковая пусковая установка не надо. Забери. Еще пусковая установка? А, я эту этих забрал. Здоровяков. Так, F5. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Заходите на Boosty. Завтра увидим продолжение, увидите данной игры. Вот, под конец завалили огромного робота страшного. Терминал сложный. Все, всем ББ.